Всем мир и добрый день. Вот гриб очень вкусный, называется зонтик из семейства шампиньоновых. Зонтик краснеющий. Вот видите, только срезал, был белый, вот сейчас краснеет. Вот это очень вкусный гриб и съедобный. Вот когда вот такой он маленький, его можно солить на зиму. А так он его жарит, как рыбу в муке обваливают. Очень вкусный. Советую. Ничего не надо. Шампиньон, будем говорить, на последнем месте, как говорится, в таблице может занять свое место. А это считается деликатесный гриб. Я сам вот собираю. В лесах, вот видите, такого вот хвойных. Есть похожие такие же. Их вообще много видов. 50 вроде бы видов зонтиков. Зонтиковых грибов, да? А вот это именно шляпка, она не крупная. Максимум сантиметров 15 в диаметре. А есть такие же зонтики, но чуть отличаются. И они огромные, до 30 сантиметров в диаметре. А вот эти, вот он, видите, стал какой уже красный. Вот это не поганка никакая, не мухомор. Это вот настоящий натуральный зонтик. Так что советую. Вот осень, когда уже грибы отходят, это один из тех грибов, которые можно не отмачивать, не отваривать, а сразу прям на сковородку. Ножки, правда, выдергиваем. Шляпку разрезал, в муке присолил чуть, в муке обвалял и в масло. И все.